Извержение вулкана в Гватемале. 6 человек погибли. 6 человек погибли, еще 20 ранены в результате мощного извержения вулкана Фуэго в Республике Гватемала в Центральной Америке. 6 человек погибли при извержении вулкана Фуэго в Гватемале, сообщает телеканал НТН-24. В результате извержения также пострадали около 20 человек. Ранее сообщалось, что лава извергающегося на Гавайях вулкана Килауэа достигла океана. В результате химической реакции образовалось токсичное облако. Лава на Гавайях может уничтожить последний путь эвакуации. Напомним, ранее на индонезийском острове Ява произошло извержение вулкана Мерапи. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.